Трагедия произошла 5 августа прошлого года. По данным Краевого следственного управления, 5-летний мальчик, находясь в группе детского сада, был предоставлен сам себе, за ним никто не следил. Во время игры ребенок проглотил мелкую деталь от мозаики и задохнулся. Спасти ребенка не удалось. После случившегося воспитатель и заведующая детским садом были уволены из образовательного учреждения. А при рассмотрении представления следователя об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления, специалист комитета по образованию администрации Чирышского района привлечена к дисциплинарной ответственности.